девчонку, провожал домой девчонку. Ну а другой парень поджидал ее в баре. И быкли им вместе все за и против. Здесь и такой расклад. Ну а спустя два года все свое взяла природа. Между двух огней птицы с видом крашеной тупицы. Она с другим, глядя на эти бухты, глядя Большое спасибо.